В общем, сегодня я тупанул немного и не взял к сигаре, как обычно, шоколад. Но, тем не менее, взял другую штуку. Вот она. Это подвяленное такое мясо. Подкопченное, подвяленное. Это немного подешевле, чем знаменитое. Марка там, ну тоже из Англии, типа, из Великобритании, из Шотландии, что ли, никак не пойму, в общем, где изготовлено точно. Но нарезано вот такими вот кусочками мяса, говядина, очень вкусная. Кажется, что она сухая, но на самом деле она сочная, поперченная и очень сытная. Вообще мне очень нравится. Стоит вот это 25 грамм, евро 29, что ли. Очень вкусно, питательно. Всем рекомендую, с вискарем и сигарой, с хорошей погодой, на природе. Ну, все дела. Все, не мешайте мне. Легенькая сигара такая. Не очень мощная, нормальная. Ну все. Такое. Без всяких излишеств. Без всяких выпендрежей. Классно. Но шоколад бы тоже не помешал.